Итак, всем привет. Мы начинаем. С нами главное лицо группы, вернее, лицо группы Агрис, который идет в этом месяце на 10 баллов. У нас сегодня продолжение трубы. То есть после выдры у нас будет оголовок. Это наша выдра. Сегодня мы должны сделать оголовок. Пускай небольшой, но оголовок. Любой уважающий себя не только печник, но и будь то это каменщик там, или бетонщик, должен понимать три вещи. Первое. Должен четко понимать то, что он должен сделать. Второе. Он должен понимать, каким материалом он это будет делать. И третье. Каким инструментом он это будет делать. Если это все есть, есть понимание, значит, будет успех. Поехали! Вот как учили, Агрис смочил водой кирпичи, которые уже лежат на трубе. И сейчас будет вымерять, как ему выставлять, чтобы одинаковы были расстояния справа-слева. То есть труба у нас обратно сужается. Это будет ее завершение, оголовок. По уровню. Первый кирпич готов. Тут не меряй. Тут. Ты здесь можешь, как тебе говорили, на глаз даже. Два ряда. Кто там тебя учил на глаз ложить? Не знаю. Не помню. Насечку потом будешь делать? Да. Понял. А мы еще остались, да, в растворе. Раствор хороший? На хлеб можно мазать? Можно мазать. Что значит хороший? Было бы еще масло. Фэншуй. Сейчас сделаю. Нет. Агрис аккуратист, даже линии начертил, контуры будущие трубы. Первый ряд готов. Осталось тщательным образом заполнить швы, чтобы они были полностью плотными. Вот Агрис их заполняет таким вот способом. Все как учили, молодец. Ты способный ученик. Спасибо, спасибо. Я серьезно говорю, я обычно такой человек, что я не хвалю людей. Ну, здесь как бы... Ну, еще много, надо учиться. А все потому, что ты был, когда ты был маленький, ты рядом со мной жил. Вот поэтому у тебя все получается. Поскольку мы с тобой с детства знакомы. Было дело. Помню, как в далеком 1986. Да. Я узнал его. По улице Сколос, 13А. У каждого должно быть движение. Кирпич, раствор, еще может быть насечка на кирпич. Может не быть у первого. Набираем раствор и вместе с раствором и кирпичом идем к кладки.
мокрым кирпичом. С мокрым кирпичом. Зачем мокрый нам кирпич? Чтоб влага не так быстро уходила. Откуда? От... Из раствора. Раствора. Из раствора, совершенно верно. Чем дольше сохнет, тем прочнее получается. Все как учили. Убираем лишний раствор. Берем уровень, выравниваем горизонт. Не волнуйся, не волнуйся. Агрис, не волнуйся. Да я спокойно, куда? Горизонт выровняли, выравниваем вертикаль. Проверяем. Проверяем вертикаль. И проверяем еще плоскость. Все. Все должно быть по фэншую, если мы выполняем все эти действия. Ну, конечно, мы должны их правильно, эти действия, выполнять. Второй ряд. Готов второй ряд. Ну, мы больше не будем поднимать, поскольку здесь идет просто следующий ряд как первый, потом следующий как второй и так далее. То есть все четные будут как второй ряд, все нечетные будут как первый. Сейчас мы будем заканчивать трубу оголовком. Будем делать карниз. Ну, можно, конечно, карниз не делать, но как бы тогда труба имеет не совсем законченный вид. Это мое личное мнение. У вас может быть мнение отличаться от моего. Поэтому на вкус и цвет товарища нет. Я учу парней под себя. Поэтому мы будем делать оголовок. Карниз на оголовке. Агрис, будем выпускать по 3 сантиметра, да, с каждой стороны. И потом будем вставлять еще одну четвертую. Ты меня понял? Да. Молодец. Агрис, тебе вопрос. На каком растворе мы выкладываем трубу выше крыши? На песчано-цементном растворе. Глину не добавляем. Почему? Потому что глина под воздействием влаги будет размываться, и кладка будет... размываться и может рухнуть. Совершенно верно. Если труба у нас находится на коньке и на расстоянии до 1,5 метра, тогда высота трубы над уровнем конька должна быть 0,5 метра. Если труба у нас находится на расстоянии от 1,5 до 3 метров от конька, тогда высота трубы должна быть... на уровне конька. И если у нас труба находится дальше, чем 3 метра от конька, тогда высота, угол между трубой и коньком должен быть 10 градусов. Как померить, я не знаю в жизни. На глаз, короче. Фэншуй. Вот уже на трубе начинает вырисовываться карниз. Вот у нас вышло выдра и оголовок. Агрис, сам сделаешь? Да. Отлично. Теперь еще в целях продления срока эксплуатации трубы можно еще сделать кое-что. Сейчас покажу, что. То есть вот в этих местах мы делаем из раствора под углом примерно 45, такой, чтобы был скат для воды. В этом месте и в этом месте мы делаем также скат из раствора. Делаем покрепче раствор, добавляем больше цемента и ну вот сбоку наша труба. Первая труба твоя, да? Да. Надо отмечать это дело. Надо. К
компотом. Пару слов для канала «Хуторянин выходного дня» и также для своих коллег по группе 01. Больше практики. Мало нам практики. Да. Стараться для «Хуторянина выходного дня» какая-то подписка, там, лайк, колокольчик, там, шейр. Все как надо, все успехов. Все, всем пока, да. Спасибо.